Сегодня день образования специальных отрядов быстрого реагирования Федеральной службы войск Национальной гвардии России. В этот день для сотрудников Дагестанского СОБР Росгвардии организовали праздничное мероприятие. С поздравительной речью выступил в РИО начальника регионального управления Росгвардии полковник Георгий Котов. Он отметил особые заслуги спецподразделения в борьбе с экстремизмом и терроризмом на территории региона и за его пределами. Он поблагодарил ребят за верность выбранному делу и за безупречную службу. В завершение собравшиеся возложили цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, и почтили их память минутой молчания.